У работников ТЭЦ-3 ответственный день. В межведомственной выездной группе под руководством мэра Барнаула они демонстрируют, насколько готова теплоэлектроцентраль к холодному сезону. Одно из главных достижений энергетиков в этом году – ремонт турбоагрегата. Это мощное устройство превращает пар в электроэнергию. Также на предприятии заменили поверхности нагрева котлоагрегатов. То, что я вам показывал, 4 насоса, распределение тепловой энергии. К новому осенне-зимнему периоду энергетики починили 35 участков тепловых сетей общей протяженностью больше 30 километров. Модернизация серьезная, но она обеспечит бесперебойность работы. В ходе межведомственного выездного совещания Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону. Очень много сегодня делается, и хорошо, что мы копаем. И это говорит о том, что мы достаточно стабильно проходим с вами отопительный сезон. Без малого 4 миллиарда денежных средств сегодня вложено в эту систему. Поэтому всем огромное спасибо за ту проделанную работу, за получение паспорта. Елена Макаренко, Данил Кузнецов. День с толком.